одному. Ты это понимаешь? А ты, Кристина, тоже. Некоторые думают, но это же моя уже собственность, дорогие мои. Нет. Кристина, возможно, и твоя собственность. Но брак – это достояние Божье. Она подруга твоя и законная жена. То есть жена должна быть законной. Незаконных жен не бывает. Но сегодня люди не хотят брать на себя обязанности, брать на себя ответственность. Они просто хотят сожительствовать. Но это невозможно. Это незаконный брак. И здесь написано, твоя подруга, законная жена. Итак, брак – это благословение, если мы прежде всего исполняем Слово Божие, подчиняемся тому, что сказал нам Господь. Если же мы не подчиняемся Богу, начинаем поступать вероломно, это приносит разделение, это приносит боль, это приносит страдания, мучения и очень плохое последствие даже наших детей. Ну а кто был вообще в заброшенном саде? Знаете, там ветки сухие, трава по пояс некошенная. В траве оставили после очередной гулянки побитые бутылки, стаканы, мусор. Но это не план Божий для твоей семьи. Бывают трудные времена. И супруг, и дом, они подвергаются давлению. Но самое главное, чтобы дом был местом убежища, куда может прибежать в трудную минуту и супруг, и супруга, и найти успокоение. Если лежат двое, то тепло им. Я глубоко уверен, что тепло не только в физическом ракурсе. Я глубоко уверен, что тепло душевное. Ты знаешь, что тебя любят, ты знаешь, что ты принят, ты знаешь, что ты самый близкий человек в этом доме, поэтому тебе и тепло. Дорогие мои, а если кто-то будет преодолевать одного, то Писание пишет, двое устоят. Вы поймите, у меня уже 40 лет стажа. И я отлично это все понимаю и знаю. Будут улыбаться в лицо, но они будут противниками. Поэтому надо поддерживать друг друга. Ты скажешь, что разве такое бывает? Бывает даже среди друзей. Тебе говорят одно, а за лицо говорят совсем другое. Сговориться о цели, о пути, которым мы идем, по пути, которым плывет наш этот семейный корабль. Запомните это слово. Планировать вместе вы обязаны, вы должны. Или, как здесь написано, сговориться вместе. Запомните вещи, которые вам, как мужу и жене, необходимо прежде всего сговориться. Если вы посмотрите на такие благополучные семьи, как моя семья, да? Другая семья. Вы обратите внимание, что муж и жена там договариваются. Они сговариваются. Планируют вместе о следующих вещах. О душевной жизни, о духовной жизни, о физической жизни, о финансах, о детях. О отношениях к родственникам, отношения в служении в церкви, общественной деятельности, решение всех этих конфликтов. Вы знаете, другие примеры могут быть, но я взял 9, как 9 даров, которые должны прежде всего обогатить вашу начальную жизнь. Обратите внимание, нужно сговориться. Да, вы уже договорились прийти сюда и заключить этот союз. Это хорошо. А теперь надо уже сговориться, договориться. Сделай последний решающий шаг. Или останься, или... Ну так сказали ученики. Ты что же ученик Иисуса? Так сказали ученики. Если такова обязанность человека к жене, то лучше не жениться. Но Иисус сказал им, не все вмещают слово сие, но кому дано, а дано это тебе, Гена. Был тот момент, когда молодые лезли по лестнице, кто помнит. То есть, как, чем ближе они друг к другу, тем ближе они к Богу. Но всегда, во всех случаях, у нас один принцип. Вы должны
заключим совет. Совет заключается с друг другом и с Господом. Это от Отца нашего Небесного. Ты положил в карманчик. А наш старейшина Анатолий, он зачитает однозначный текст, что написано там. Ответственность несу я. Дорогие мои дети, Геннадий и Кристина, вы желаете полностью отдать себя друг другу, быть единственным и горячо любимым? Но я говорю вам, нет. Пока вы не испытаете полной радости от моей любви, пока у вас нет крепкой и надежной связи со мной, пока вы не поймете, что только во мне можно найти ответ своим желаниям, вы не будете способны на гармоничные отношения, которые я предназначил вам. Я хочу, чтобы вы перестали строить планы и позволили мне определить вашу судьбу. Не тревожьтесь, не беспокойтесь, не высматривайте, что получили другие. Вы должны всецело сосредоточить внимание на мне. Поймите, когда вы научитесь любить меня и получать удовольствие от жизни со мной, вы не сможете испытать той любви друг к другу, которая служила бы примером ваших отношений со мной. Дети мои, я хочу, чтобы у вас была именно такая, самая прекрасная любовь. Верьте и будьте счастливы, ваш небесный папочка. Я обещаю, что буду любить тебя всегда, и в радости, и в горе, и в здравии, и в болезни, и в молодости, и в старости. Я обещаю в трудные времена беречь тебя от тревог и печали. Я буду служить тебе в роли царя, священника и пророка. Я даю обещание обучить наших детей любви Господу и послушание нам, и как Его представителей на земле. Я буду омывать тебя водой Слова Божьего, чтобы представить тебя перед Господом непорочным. Я делаю посвящение, что буду возрастать духовно, чтобы наш дом сделать счастливой на этой земле. Твои Надежды. Дорогой Геннадий, сегодня я заключаю с тобой завет. И перед лицом живого Бога, родных и близких, друзей и знакомых, я обещаю, что буду любить тебя всегда, и в радости, и в горе, и в здравии, и в болезни, и в молодости, и в старости. Я обещаю в трудные времена беречь тебя от тревог и печали. Я буду тебе послушна, как церковь послушна Христу. Я даю обещание обучать наших детей любви к Господу и послушанию нам, как Его представители на земле. Я делаю посвящение, что буду возрастать духовно, чтобы наш дом сделать счастливым на земле. Твоя Кристина. Любит, когда в молодости, любит, когда в здравии. Но когда Господь заключает завет, мы должны любить всегда. Бог есть любовь, сущность Бога – любовь. И Он не может сказать, что вот по воскресеньям, когда собрали, я любовь. А по понедельникам, извините, у меня выходной. Точно так же мы должны любить друг друга, когда и молоды, когда и здоровы, когда и совсем молоды. Здесь хлеб и вино, тело и кровь. Так как вы верующие, вы понимаете, о чем идет речь. Вы знаете, когда не было нотариальных контор, когда не было ЗАГСов, Господь был. Бог есть Бог завета. Поэтому вы сидите, вы склоните голову, мы помолимся, чтобы Господь благословил. Благословенно Господь Твое святое имя. Ты Царь, Ты Господь, Ты Бог. Ты Бог завета. И мы нуждаемся, чтобы Твой Божественный завет через Твое ломимое тело, это супружество, завет Геннадия с Кристиной, Кристину с Геннадием. Чтобы они были одной плотью, как Ты един умер за каждого из нас. Во имя Иисуса просим Тебя. Теперь
вас одна плоть. Мы также отлично понимаем, что вино является кровь завета. И молим и просим тебя, Отец, во имя Иисуса, пусть они достойно прикоснутся к твоей пролитой крови. Поднимайся, давай.